В 2018 году Смоленская атомная станция выделила средства на частичный ремонт дорог в городе. В основном объеме ремонт закончен. В 7-м микрорайоне восстановлен большой участок асфальта. Чтобы завершить ремонт, на подъезде к домам в 7-м микрорайоне станция выделила дополнительную сумму. 16 августа подрядчики приступают к дополнительным работам по дороге в 7-м микрорайоне. На данный момент работы выполнены на автомобильной дороге Н1, Н4. Частично выполнены работы на дороге Н6, это центральная улица нашего города. Все работы планируется завершить до 30 августа текущего года. Жители 7-го микрорайона не помнят, когда последний раз был дорожный ремонт, а ведь это единственный проезд к жилым домам. Вы знаете, это просто событие, которое надо было так показать всему городу, понимаете, потому что об этой дороге знает, наверное, весь город. Потому что уже как эти таксисты бедные, несчастные здесь мучаются, и жильцы этого города, этого микрорайона, что вот эти вот ямы такие неимоверные. Понимаете? И я, конечно, была очень удивлена и прекрасно, в прекрасном настроении. Народ радуется, и я радуюсь тоже, знаете. Приятно, когда вот здесь вот этих холдобин нет, а то же было черти что. Теперь с ровной дорогой жители Простоквашино не будут чувствовать себя оторванными от города.